Уважаемые сограждане, дорогие земляки, пришло время вспомнить, кто настоящий хозяин нашей страны, кто истинный владелец ее недр и природных ископаемых. 24 февраля в 15:00 на центральной площади города Славянска состоится сход граждан, посвященный проблеме разведки и добычи сланцевого газа на наших территориях. Правительство, власть уже подписало и одобрило соглашение с нефтегазовой компанией Shell на разведку и добычу сланцевого газа в Харьковской и Донецких областях. На 50 лет, вдумайтесь, на 50 лет им дали право разведывать, разрабатывать и добывать сланцевый газ на наших огородах, на наших усадьбах под Славянском и Светогорском. Вы знаете об этом? Вас спросили, хотите ли вы этого? Вас проинформировали, какие экологические риски и последствия несет все это? 24 февраля в 15:00, центральная площадь города Славянска. Придите и выскажите свою позицию.